Всем привет! Сегодня получил посылку с неоригинальными аксессуарами для DJI Osmo Pocket. Работают они или нет, останусь ли ими довольны, я не знаю. Но пока начнем только распаковку. В общем, кому интересно, смотрим. Ну, как бы вот таких вот две штуки. Сомневаюсь я в их оригинальности. Но, тем не менее. Вот эта штука для микрофона. Сидит хорошо, не вывалится. Есть место для того, чтобы прикрутить. Есть два выхода. Ну вот, заодно сразу затестим. Нам для этого понадобится микрофон. Наушники. Ну, как бы чудо не происходит. Ничего. Ладно, допустим, там будет просто зарядка. Аудиоадаптер определила. Так. Что же тогда здесь не так? Автоотключение. И здесь определила аудиоадаптер. Значит, аудиоадаптер у нас рабочий. Будем проверять дальше. Возьмем Powerbank. И, соответственно, подкидываем Powerbank во вторую. И у нас пошла зарядка. То есть как бы вообще все шикарно. Ладно, дальше тесты покажут, как и с чем его комбинировать. Все ссылки на вот эти вещи будут в описании. Прорезиненный такой корпус, вообще прям резина литая, очень здорово прям сделано. Есть обозначения какие-то, ну да ладно. Вот эта штука тоже веселая, внутри она бархатистая, так что ничего не поцарапается. В общем, как-то так. Ссылки на данных продавцов будут в описании. Кто захочет купить себе такое же, в половину дешевле, чем оригинал. Проходим в описание, смотрим ссылки, ну и заказываем. Подробные обзоры будут дальше. Подписывайтесь на канал, оставайтесь в друзьях. Ждите, и скоро уже выйдет обзор
на каждую насадку в отдельности. Всем пока!